Актеры Гагаузского национального театра имени Дионисия Танасоглу представили новый спектакль «Петушок и солнышко» для детей на молдавском языке. Премьера прошла в минувшие выходные в детском реабилитационном центре в Чедерлунге. Глава управления культуры и туризма Гагаузии Василий Иванчук уверен, что этот и другие спектакли на различных языках будут способствовать расширению аудитории Гагаузского национального театра. Постановщик спектаклей, давний друг Гагаузского театра Виктор Игнат, уже пообещал местным актерам участие на фестивале в Румынии. Театры из Чедерлунги, из Гагаузии будут знать больше народу. Вот и когда поедут на фестивали какие-нибудь, естественно, я уже гарантирую их вести на фестиваль в Румынии. Я думаю, что будет иметь успех среди младших наших зрителей. И этот спектакль, я надеюсь, они будут обкатывать не только в Гагаузии, но и за пределами. Новые декорации, яркие костюмы, соответствующее освещение и музыка, специально написанные для этого спектакля, молодым композитором из Приднестровья Николаем Василати, были тщательно подготовлены организаторами и актерами премьерного показа. Кое-что было специально написано и кое-что аранжировано. Народная музыка специально для этого спектакля, чтобы подходило под персонажа. Татьяна Домашкан, руководитель детского реабилитационного центра в Чедерлунге, владеющая государственным языком, была удивлена игрой актеров Гагаузского театра на молдавском языке. Очень удивило произношение. Хочу сказать, что ребята очень хорошо справились с речью молдавской, румынской. Они прекрасно, я, честно говоря, в самом начале о некоторых даже подумала, что они румыноговорящие, а не гагаузы. С самого начала, когда начали реагировать, для нас это было просто восторгом, словить такие эмоции. В зал дети отвечают, ты хотя не понимаешь до конца, что они... Ну, как бы принцип ты понимаешь, как бы все равно азы-то ясны со школы еще, но полностью... Вообще, я считаю, что спектакль состоялся, и зрителю он, надеюсь, что очень понравился. Спектакль действительно состоялся, и тому подтверждение эмоции и аплодисменты маленьких и взрослых зрителей, которые еще долго обсуждали героев этого красочного спектакля.